С начала 2023 года жители Приангарья сдали около 30 единиц незарегистрированного вооружения. Основная часть – это охотничьи ружья. Также на добровольной основе передано более 400 патронов. Денежное вознаграждение варьируется от 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от модели и качества оружия. На данный момент общая сумма вознаграждений составляет около 140 тысяч рублей. Винтовка является снайперским вариантом 43-го года выпуска. И поскольку оно не зарегистрировано, а сам знаю, что за это предусмотрена уголовная ответственность, мною было принято решение сдать его. При обнаружении незаконно хранящегося арсенала людям может грозить уголовная ответственность. Единственное верное решение – это добровольная сдача. Сотрудники силовых структур принимают незарегистрированное оружие в любом подразделении Росгвардии, а также в отделах полиции.